Семья была главной ценностью всегда. Ученые утверждают, что человек становится настоящим человеком только тогда, когда обретает семью. Именно в семье мы находим любовь и заботу, учимся доброте и ответственности. Семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни. Семья – это поддержка и опора, одна из главных ценностей в жизни человека. В семье все идет своим чередом. Рождаются дети, взрослеют, становятся родителями, затем бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками. Когда они были маленькими, их воспитывали и заботились о них. Став родителями, они заботятся о детях и о своих родителях. И так идет из поколения в поколение. Именно семья становится опорой и надеждой на новое начало. В слове «семья» спрятано два слова «семь» и «я». По одной из версий это означает «семь таких же, как и я», то есть похожих на меня внешностью, поведением или характером. Семьи бывают большими и маленькими. Есть семьи, где нет детей, а существуют такие, где воспитываются несколько детей. И если в семье три или больше детей, ее называют многодетной. Иногда вместе проживают несколько поколений одной семьи. Поколение – это группа людей, которые родились и живут примерно в одно и то же время. Например, если вместе живут бабушка, дедушка, мама, папа и дети, в этой семье три поколения. Одно поколение бабушки и дедушки, мама и папа – это уже другое поколение, а дети и вовсе третье. В семье люди проводят друг с другом очень много времени, и чтобы никто не ссорился, а отношения были теплыми, особенно важно соблюдать культуру общения. Это подразумевает вежливые слова и поступки, уважительные отношения, помощь и заботу.